заводи, заводи шарманку. И пару нашего Баба-Яги. Ну, друзья, мы продолжаем нашу шоу-программу, и на нашей сцене Людмила Мазур. Встречайте ее бурными аплодисментами. На часах без 15 мечта небеса. Можно взять и полетать выше всех, выше самых ярких звезд. Этот мир безумно пост. На часах без 15 любовь в эту ночь. Загадали мы с тобой, чтобы все обязательно сбылось. Потерялось, но нашлось. Что-то забудется, что-то исполнится. Вчера отпустить эту глупую печаль, мне ее совсем не жаль. Не спеши сбои маленьких часов закрывать, свои двери на заслон позови самых преданных друзей и душою обогрей. Что-то забудется, что-то исполнится.
Вы слышите перезвон колокольчиков? Слышите? А вы прислушайтесь, потому что вот уже приближаются к нам наши сказочные герои. Приглядитесь, там и февраль, и январь. Вижу, и красавицы-подружки мои, елочки. Едут сани новогодние с подарками, едут забавные гномы и прекрасные феи. Богатыри и русские красавицы! Слушай, и герои русских сказок тоже едут к нам. Снежное царство во главе снежной королевой. Дорогие друзья, приглядитесь, там все герои наши любимые из мультфильмов, из добрых сказок. А вон и красавицы мои, избушки на курьих ножках, избушата маленькие. Встречайте наших сказочных героев! Ой, там и маленькие елочки! Наших сказочных героев!